Спасибо. Юлия Бойко, ваши аплодисменты. Спасибо. Первая участница из волшебного трио, из команды Уолтера Афанасьева. Мне бы хотелось передать микрофон маэстро, который является наставником Сардора Милана. Очень интересно услышать его мнение первым. Константин Меладзе. У меня сложилось впечатление такое, это как в театре, знаете, вот у одного актера длинная роль, у другого покороче, знаете, вот один актер весь спектакль на сцене, другой выходит эпизодически. Вот у меня такое ощущение сложилось, что, в общем-то, вы свою миссию выполнили. Вот. Вы свою роль сыграли. Я думаю, мы вас расслышали, вы замечательно поете, но не более того, знаете, вот. Вот так бы я сказал. Спасибо. Спасибо, Константин. Юлия, держитесь. У нас есть еще наставники. Раззвучала песня моего любимого композитора, как выяснилось недавно. Вот. Она также прекрасна, как и все его предыдущие песни. Спето было, в общем, здорово. Особенно там одна нотка вверху. Она была очень убедительной для меня. Единственное, что меня, ну, как бы, я не могу не сказать про это жуткое в ветках платье. Это не платье. А что это такое? Это юбка. Вот эта юбка, тут ну, в общем, рисунки. Какой-то я так и не понял. Ну, в общем, он еще сзади. Я не знаю. В основном это боди-арт, Максим. Мне кажется, что если бы было все сдержано, скромно, это было бы гораздо мощнее, чем нежели обвеситься лианами. Вот это единственное, все, что касается музыки и исполнения, блестяще. Спасибо большое. Сегодня произошло серьезное событие. Мы, наконец, услышали, как Уолтер Афанасьев написал оригинальную песню для участника главной сцены. Это дорогого стоит и в прямом, и в переносном смысле, наверное. Поэтому это круто. Единственное, что действительно тонко подмечено. Вы свою миссию выполнили, и кажется, все. Все было очень хорошо. У вас есть в багажнике замечательная песня Володьки Афанасьева. Спасибо большое. Вы знаете, когда сочинить песню новую и передать артисту, и дать ей, может быть, пару дней, чтобы выучить и спеть, это очень сложная вещь. Я обычно пишу песни, и мы все знаем, мы в студию записываем вот эти песни днями. И это очень сложно, чтобы звучить вот так. Чтобы зазвучало так, как вы планировали. Да, но это чудо, чтобы так спеть. Юлечка, спасибо тебе. Я очень рад. Ты молодец. Спасибо. Спасибо, Уолтер. Спасибо вам за эту песню и за все остальные. Браво! Юлия Бойко!